Еще кто-то вышел. Вышел DX, что-то такое. Сколько там разрыва вещей осталось? Блять, пизда, что на пианино, нахуй, метамлоки, блядь. Пета на траве застань, нахуй. Метаморфозу дай, блядь, прыжком застань, нахуй. Изгнание, хуяние, эфир, хуир, косноязычие, это я рот ебал, нахуй. Бедненький. Играй на престе, будет три кнопки. Диспол, маз, диспол и исповедь. Да. Нет, ну хил это не мое, нахуй. Слушай, так поэтому, наверное... Наша брата, диспол, маз, диспол. Погоди, мы поэтому подыхаем, потому что ДЦшка у нас щиты не кидает, она диспл, масс диспл. У меня 85 развеивания, как ты думаешь, когда я буду успевать щиты кидать? Ты не супер ДЦ. Вот когда будет кто-то развеивать помимо меня, пожалуйста, а пока перебьешься. Раз, два шамана. А толку, если они мертвые? Так ну нахуй они помирают тогда. Толку не спросят. Получается, маг второй тоже ливнул. Ебать. А здесь есть станы, нахуй? Кто больше станов всего дал? Можно ребаф, пожалуйста? Да, я могу в ДД, а если надо. Но у нас же не в теле дело. Ну, а в том, что мы рукожопы и все. Дело в том, что все наши тела не приспособлены к ПВП. В смысле не приспособлены? Я же писал, я бы с такой пати на БГ не пошел бы, отвечаю. Ну это понятно. Ты думаешь, я бы пошла вообще на БГ? Из разряда, вы можете идти куда хотите, но этих-то надо как-то убивать. Это да. Можно сделать перекур 5 минут, пойти подышать, подумать о жизни. Или нажать протянуть руку. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Значит, вынести кнопки. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Как там было? Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, блядь. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Войт, а как ты промахиваешься там? У тебя меткости не хватает? Семнадцать. Галиев поставь. Символ. У меня 20% у меня символ стоит. Может, я возьму рогу? Да. А чё, рыбы нету, да? Ну, чисто баф.
Я могу просто пир поставить кабана. Я того же мнения. Да, да, тут, сорян. Тут. Кого первого убьем? Блядь, буржите ее. Еще. Еще не готов. Я пока не могу прочитать. Где уж тебе? Ебать. Надо подождать. Я уже одного захуяли. Да как всегда, Лука. Да дайте ему боб с була, блин, чтоб он вообще нам. Да он не помогает, поебать, вообще под бобом нахуй пробивает. Друид кастует. Два лока. Сначала баны, три бана, три фера. Отдали. Два шамана пуржите, не дамажите ханкулю, бегай. БР ханкуля, аж катан. Тёма, сядь на пала. Ага, Тёма, не вдись. Ох. Диспельте, диспельте. Два шамана диспел. Килая. Все, пизда. Можно ложиться. Бля. Ну, смысла нету, пуржить некому. Четыре ходки. Все, нету. Два шамана. Одна хилая, которую загасили. Да на мне опять кошка висит. А что, там уже ж можно банить животных, или я что-то не понимаю? Кошку можно усыплять, можно в корень кидать, но толку от этого нету, когда есть ДК, который хуярит вместе с паладинами АУЕ. Так что это, блядь, как мертвому припарка. Меня за все эти траи не убивало ничего, кроме кошки, понимаешь, в чем проблема? Не, понимаю, да. Понимаешь, есть ДК, который раскидывает чуму всю эту хуету, который сон сбивает вместе с корнями. Я понял тебя, ты поняла меня. Ага, так и живем. Чё там у тебя запись? Точнее, не живем. Он клубок поработить не может собаку. Да, да. Поставьте мамонта на выход. Почему? Было раньше сейчас. Звезду не ава. Я тебе писал, что я на две роли. Это мне надо, да. Дальше.
То есть тут это тоже. Конечно, надо. Блять, да ну нахуй, да ну нахуй, блять. Это что за хуйня такая? На мне есть. Угу. Так, а куда? Они не будут. Понял. Так, чё, всё, расход. Да? А маги есть? Поставьте порт по-братски. Или нету магов? Один есть, есть. Братик. Что там, по даван идём мутить движу? Да, да, да.